Третьекурсник Зареченского технологического института Константин Сенцев – отличник и активист. Юноша может похвалиться не только пятерками в зачетке, но и золотым значком ГТО, участием и победами в городских спортивных состязаниях. После окончания учебы он планирует работать на градообразующем предприятии Заречного. Профессия моя, технология машиностроения, мне нравится тем, что надо работать своими руками на станках. У меня отец работал раньше на заводе, и он мне порекомендовал вот этот вот институт. И он мне подсказал, куда лучше пойти. И я не пожалел. До сих пор учусь, меня это интересует, и я хочу продолжить работать на полстарт по своей профессии. Константин Сенцев – один из лучших студентов ЗТИ. В первом семестре этого учебного года он будет получать две стипендии – государственную, академическую и от профсоюза производственного объединения «Старт». Денежные поощрения за высокие показатели в учебе в таком же размере назначено еще двум учащимся Зареченского технологического института – Елене Славкиной и Владиславу Минееву. Образовательные программы ЗТИ настроены так, чтобы студенты, выпускники нашего Зареченского технологического института приходили на работу на производственный объединение «Старт». И вот эта вот профсоюзная стипендия – это одна из мер поддержки, одна из мер поощрения, одна из мер стимулирования того, чтобы ребята по окончании института выбрали наше предприятие в качестве основного места работы. Кроме того, еще двум студентам Зареченского технологического института назначена персональная стипендия отраслевого профсоюза. Ее будут получать Лилия Верещагина и Андрей Дельцов. Очень талантливые ребята, лучшие из наших студентов. Заводская стипендия, она в два раза больше, чем академическая стипендия, а всероссийская в три раза больше. То есть это хороший материальный стимул, да. А ребята, они самые разные, и которые спортсмены, и те, которые, все они отличники, и те, кто занимается там активно самодеятельностью, те, которые занимаются активно научной деятельностью. Персональные профсоюзные стипендии студентам Зареченского технологического института назначаются дважды в учебном году. Денежное поощрение устанавливается после каждого семестра. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».